Всем привет! В этом видео будет распаковка детского постельного белья, которое я заказала на сайте Купанг специально для Макара в детский сад. Воспитатель попросила принести свой комплект, так как в Корее дети спят в обеденный перерыв на полу. Это позволяет система отопления теплых полов, вот, и в принципе это удобно, так как детский сад не завален мебелью. Дети поспали, убрали, и все чисто, и много места для игр. Давайте распакуем и посмотрим, из чего состоит комплект. Я разрезала уже. Вот еще один пакет. Вот так вот упаковано все. Так, здесь можно разрезать опять. Аккуратно. Хорошо упаковано. Здесь такая подушечка. Это, вернее, наволочка. Да, наволочка снимается. И здесь внутри такая подушка. И вот такой рисунок. Мишка. Также есть одеяло. Одеяло тонкое. С обратной стороны другой рисунок. Одеяло размером 1 на 1,20 м. Как раз для Макара. И также вот такой стеганый матрасик. Толстый. Тоже такого же размера, как одеяло. И сейчас я покажу вам фирму, потому что у этой фирмы очень много было разных вариантов. Разные расцветки были. Правда, те, которые нам понравились, не подошел размер. Было маленькое одеяло. 100 на 100, ну, метр на метр. А Макар уже большой. Вот такой комплект. Ссылку на комплект оставлю в описании. Очень приятный на ощупь. Это натуральный хлопок. Если кому-то нужно будет, заказывайте. Я захотела посмотреть, как обработаны швы внутри, насколько аккуратно все прошито. Ну вот, можете посмотреть. Очень качественная, хорошая работа. Замочек. Это у нас одеяло. Одеяло внутри тоже стеганая подкладка. Очень качественные швы, все прошито, все аккуратно. Ну вот, теперь нужно это все постирать и подготовить к детскому садику. Beauty House. Тут еще кое-что нашла, выпало из пакета. Сначала не заметила. Давайте посмотрим. Здесь, во-первых, их визитка. И здесь, кажется, это чехол для постельного, чтобы с собой куда-то возить. Да, это такая вот сумочка из полиэстера. В общем, весь комплект можно сюда укладывать и подписать имя Макара вот сюда. Name. Очень удобно, кстати. В детском саду в таких сумочках и хранится постельное белье. То есть после того, как дети поспят, воспитатель все складывает на полку и вот в таком пакетике все сложено. Примерная стоимость этого комплекта в долларах это где-то 55 долларов, а в вонах 68 тысяч вон. Вот. Всем спасибо за внимание. Пока!